все с вами находимся на берегу озера Иматра, самого крупнейшего озера на Кольской земле. Сегодня мы проводим городской экологический десант «День Иматры» и пригласили вас для того, чтобы очистить берега озера от мусорной клуб ЮНЕКО, активисты лицея имени Сизова, школ микрорайона номер 1 и номер 5 и финансируют наш городской экологический десант, сектор охраны окружающей среды администрации нашего города. Мы, чтобы торжественно открыть наш экологический десант, мы предоставляем слово ребятам библиотечного клуба. Будет мир прекрасен, и мы поможем в этом, чтобы хранить планету на новых поколениях. Зайнаб, директор экологической организации «Тровистник», лицея имени Владимира Георгиевича Сизова. 14 сентября мы стали участниками городского экологического десанта «День Иматры». Все вместе мы очищали берега озера от мусора. Ребята настолько прониклись этой работой, что по дороге домой также собирали с дороги мусор и клали ее в урну. Хотелось бы также, чтобы и взрослые, а также все жители города берегли нашу природу. Озеро наше, частичка природы, очень нуждается в нашей заботе. Люди, давайте его защищать, светлые воды оберегать.